Всю планету и почти всю территорию России ожидает аномально жаркое лето. В этом мнении сходятся мировые метеорологи и климатологи. Специалисты Минсельхоза заявляют, жару очень любит саранча, и что особенно много ее появится в ряде регионов России, в том числе в Алтайском крае. Такая новость успела напугать жителей региона, но в местном филиале Россельхозцентра заверяют, скорее всего, изначальную информацию исказили федеральные СМИ. По их данным, в этом году саранчи может быть не больше, чем, скажем, в прошлом. Специалистами наших районных отделов ежедневно проводится фитосанитарный мониторинг на выявление осенью кубышек саранчевых вредителей, весной так же самое перезимовавших кубышек и личинок саранчевых вредителей. Вот. На сегодняшний день экономического порога вредоносности по данному вредителю не превышен. В то же время есть и иные мнения. Мы обратились к ученому из Томска, биологу и одному из ведущих российских специалистов по изменению климата Сергею Кирпотину. Он уверен, радоваться рано. Есть вероятность, что это жаркое лето может аукнуться следующим летом. Если в этом году стоит аномальная жара, то, скорее всего, вспышка численности тех же саранчевых может ожидаться на следующий год при благоприятном для них стечении обстоятельств. Потому что у них двухгодичный цикл развития, и вряд ли именно в этот же год они дадут такую вспышку. Ведь должен этот цикл состояться, хотя, возможно, и в этом году тоже будет достаточно высокая численность саранчевых. Кроме того, он уверен, глобальное потепление и, как одно из следствий, теплая зима и жаркое лето в последующие годы могут привести к росту популяции не только саранчи, но и других вредителей. Аграриям стоит подготовиться. Что же касается саранчи, то в алтайском филиале Россельхозцентра заверили, на случай, если прожорливые насекомые все же атакуют алтайские поля, для обработки федеральных земель в крае создан запас в почти 900 литров спецпрепарата. На обработку земель краевого значения в бюджете запланировано несколько миллионов рублей. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком.